Сегодня мы опять на объекте. Заказчика не устроило то покрытие, которое было заводское. И в течение года оно износилось, очень сильно поцарапалось. Попросили нас нанести хороший лак, и мы нанесли бергер двухкомпонентный матовый. После этого нас попросили сделать еще и сервисное обслуживание, нанести антискользящий состав Evoclear L93. Тоже самый матовый. Это, скажем так, сервисное обслуживание. Это средство, помимо того, что препятствует сильному скольжению, оно не убирает его полностью, оно препятствует. А оно еще и препятствует разъеданию лаковой пленки современными бытовыми чистящими средствами. Собственно, сегодня мы его будем наносить. Поскольку лаковая пленка свежая, ее не нужно сильно очищать, не нужно делать сильное обезжиривание, поэтому мы не будем наносить клинер L91. Мы сразу нанесем наш состав. Для нанесения нам понадобится вот такая вот швабра, вот с таким вот, вот такой вот шубочкой. Все, что нам нужно для нанесения этого состава. Вот, собственно, вот наше средство. Мы его, как наши друзья немцы показывали в своем видео, которое вы можете посмотреть на нашем канале, взбалтываем. Не смешиваем. И наносим. Средство наносится очень легко. Мы аккуратненько выливаем его на пол. Закрываем банку, чтобы она не упала и не разлилась. Впоследствии, чтобы это средство хорошо работало, его добавляют при еженедельной уборке в воду. Достаточно добавить 3-4 колпачка на ведро воды, чтобы чуть-чуть возобновить покрытие. Это покрытие является возобновляемым. А вот мы закончили покрывать нашу площадь. Заняло это у нас около часа, с учетом того, что мы еще поговорили, пока работали. Что нужно сказать? Не надо бояться синевы, которая при нанесении у вас появляется на поверхности. Как вы можете видеть, средство уже высыхает, и оно становится абсолютно матовым и прозрачным. Средство не имеет сильного химического запаха, оно имеет легкий такой запах полироли. В принципе, даже периодически можно сказать, что пахнет как кондиционер для белья. Впоследствии это еженедельно моется водой с добавлением 3-4 колпачков. Мы возобновляем покрытие. Если вы боитесь сами нанести или считаете, что не справитесь с этим, доверяйте профессионалам.